Собирается мужик в магазин, жена: «Вася, Вась, молока не забудь купить! Понял?» «Да понял, понял, конечно!» «Слушай, Вась, 0,5 жира, ты понял меня, а?» «Да конечно! Ну понял, ну что, я совсем что ли?» «И не как в прошлый раз! Коньяк ты мне принес, ты понял, а, зараза такая?» «Да понял, конечно, ну что, я совсем что ли?» «И никак, позавчера портфель ты принес. Ух, зараза такая, ты понял меня?» «Да понял, Дусь, ну что ты, ну понял, конечно. Ну что стоишь, иди, конечно, в магазин». Через 10 минут в магазине мужик: «Чего она там сказала купить, портфель или коньяк?» «Да, че гадать, возьму и того, и другого!»